Традиционная весенняя лира прозвучала в УДЦ «Октябрь». Отчетный концерт учащихся и педагогов окружных музыкальных школ и школ искусств собрал на сцене лучших. Все участники проявили себя в учебном году. Среди них лауреаты конкурсов и фестивалей. Концерт был посвящен творчеству великого русского композитора Сергея Рахманинова, чей 150-летний юбилей отмечает в этом году музыкальный мир. Весенняя лира проводится в Сергиево-Посадском округе уже 30 лет подряд. Перерыв сделали однажды. В 2020 году концерт отменили из-за пандемии. Каждый год послушать юных музыкантов и их наставников собирается множество любителей классической музыки. В этом году в фойе образовательно-досугового центра разместили художественные работы воспитанников окружных школ искусств. Концерт завершился выступлением Сергиево-Посадского муниципального оркестра и джазовыми фантазиями на тему второго концерта Сергея Рахманинова. Михаил Зуйков, Дмитрий Зайчиков, программа «События».